Сегодня, в канун Международного дня семьи, в Градском дворце творчества детей и молодежи прошел третий международный фестиваль семьи, любви и верности. Главные участники – студенты педагогических вузов Москвы, Самары, Красноярска и других городов. Цель одна – укрепление в обществе моральных ценностей, особенно среди будущих учителей, таких как забота о родителях, уважение к старшим и построение крепкой семьи. Фестиваль «Главное в жизни семья» в этом году в своем городе принимали студенты-активисты Челнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов, поскольку их вуз стал победителем на прошлогоднем слете, который проходил в Волгограде. Весь принцип деятельности этого движения в основе лежит педагогика, гуманная народная педагогика. Мы решили с нашими ребятами организовать молодежное крыло этого движения, большого движения родительская забота, молодежное крыло. И это молодежное крыло должно было заниматься только семейным воспитанием.